запас. Вот она у нас елочка зеленая, все у нас, птичек не забудьте покормить. Первоцветы, которые у нас в весне, и июнь месяц тишины месяц. Какие будут комментарии с объектами? Ну, про слово мы, конечно, подумаем, потому что за 15 минут, в принципе, конечно, так сильно не будет. А мы его переносим, вот туда. Конечно. Табличку, табличку такую написать. Смотрите, это холодильник образца начала 20 века. Сало, топленое сало в виде смальца сохраняло продукты на протяжении года. Там кто же около коробки. Нет, не смальцы. Смальцы, не заливай смальцы. Колбасу домашнюю заливали смальцами. Это же не только, это ж не только холодильник, это же еще у нас и как бы источник запасной частей для человека, потому что... Консерва. Не консерва живая, а источник запасной частей для человека, потому что... Настроение, перенос, система одинаковая с человеком, в принципе, схожа. И клапан берут для пересадки сердца, иногда из клапана сердца свиньи. Это еще и папа будущих поколений. И же при ожогах больших вот кожу свиньи используют при лечении. Да, берут лабораторные... Отец. Мы все это говорим в экскурсии. Охват груди 196. Ну это же рекордсмен. И под всем этим вот этот код QR, который, ну, может что-то расшифровать посетителям. Здесь можно поместить ноту, да, и наталкивать на мысль, что это, да? Вот, а это музыкальный инструмент по принципу органа, который звучит, и он в меха накачивает воздух, поэтому такая ассоциация возникла. И на свалке его нашли, ну поэтому кусочек истории, можно сделать вот такую свалку небольшую, и даже поставить свечу, знак того, что это очень древний инструмент, и возможно был в домах горожан, у которых даже еще не было электричества. Но может быть оно не так будет отделено, а за каким-то стеклом, да, или какой-то... Здесь мы пишем арт-зона. Что мы предполагаем этим? Тем, что ты сюда зашел, ты углубился, ты съел, ты общаешься, ты видишь уже какие-то там полотна стоят, ты можешь научиться рисовать или научиться делать то же самое ювелирное украшение или что-то такое. Здесь уже действующая выставка у нас. Ну, тоже можно в каком-то интересном контексте, да? Вот, узнать больше. Ну, такие слоганы. Я понимаю. Вот. Далее мы идем, и я предполагаю, то, что будет где-то первое окно для вот этих свободных выставок, как мы там видели. И здесь на вот этом стекле, да, может там уже выставка будет, но это в качестве, мы же только начинаем, да, этот проект, здесь написано «Твоя галерея». То есть это твое окно, но ты можешь прийти сюда, сделать выставку. И на входе в музей вот там же то же самое. Мы можем на первом удивись с нами и приди и удиви Мелитополь. Ну такие. Де-небудь висить вивіска, причому можна зробити її в старому стилі, так як в нас фотографії збереглися, вивіску, то можна зробити. Далі біля входу зробити з одного боку. Цінники, які собі. З іншого таблицю міри ваги, щоб ми зрозуміли власне, ну, в чому різниця між тим, що було і тим, що є. От. А далі вже якби, заходимо до того прилаву. Можна так, ну, щоб трошки була площа приблизно десь тут. За яким? Власне, вже стоїть продавець і бодалі якийсь товар. Ну, в мене були варіанти або продовольча крамниця, або мануфактура. А от просто лавка. Я просто я не знаю, чи були тут такі супермаркети. Якось не... Ні, ну в лавці можна було купити. Ні, ну просто тоді була спеціалізація, в принципі. Ну, тому, якби, ну...
Можна зробити такий собі, да, кілька відділів, скільки це можливо, да. І там вже, власне, коли люди підходять, вже якби відповідно вони можуть щось придбати. Ну, що сам, ну я так в принципі собі уявляю, що можливо, щоб речі якісь були в вигляді сувенірчиків, щоб не просто якби, ну, щоб прийшли, щось ще на пам'ять залишилося. Може бути зменшені копії, да, чи ну, можливо. А як у нас з попередньою предметом, що Ольга презентувала, це накладається просто для неї? Чи буде конкурент, чи у нас буде конкурент? Ні, це ж я просто кажу, якби це ж як варіант, або тут, або другий поверх. Може, ми сюди свою винесемо? Ні, ми свою винесемо. Так, може, ми поставимо тут таку органійну скриньку, щоб Погодуй слово. Ну, з приводу благодійної скриньки, не знаю, бо ну... Кстати, це ще один проєкт, який так тему озвучує, а може бути домислив. У нас там, це за углом стоїть проєкт, який который требует реставрации, и как бы никак не получается нам его вытянуть и поставить, а возможно надо написать проект про то, чтобы вот в этом углу поставить это рояль и как-то привлечь к нему внимание. Ну, так, как я выдержал такая немножечко пауза, пока меньше готовится. Как, значит, как сделали в музее Булгакова. У них они тоже нашли рояль, по-моему, кентов, первое, но человек был не готов просто отдать. Он назвал сумму, а это была сумма, то есть не коммерческая, но настолько ему было не жалко расстаться, я сейчас просто не помню. Будет, но что они сделали? Они объявили цикл журфиксов. Журфиксы это были четверговые встречи, когда люди приходили в гости, там почитать стихи, послушать музыку. Музей, они 2 года где-то эти журфиксы проводили, и каждый гражданин мог купить кто клавишу, кто ножку, кто вот эти струну купить или целую. И он фактически, ну ему выдавали такой сертификат, что он собственно получается. Они создали таким образом целую команду людей, которые сейчас чувствуют свою какую-то особую принадлежность к этому музею. Для этого нужно проводить какое-то регулярное мероприятие. И таким образом как бы разъезживать. Да, и фактически вход на эти журфиксы тоже платный, и получается, что сумма накапливалась, потом они наконец купили, и потом они сделали праздник белого рояля. Они выставили его вообще на улице, пригласили театр, есть такой театр ДАФ, такой очень экспериментальный, троевой. И там было уличное действие, там была музыка, и это было так вот торжественно его как бы водворение в дом этого рояля. Вот, надо подумать, ну для этого нужно хотя бы обычное пианино, не знаю, есть. Не, у нас есть нормальный рояль, конкретно. Да, просто то есть, на нем тогда нужно, чтобы есть. Да, от него надо легенду сказать, выставить. Есть что-то в педагогическом университете, наверняка есть какой-то музыкальный факультет, и, наверное, нет, надо в сотрудничестве. Это конкретный рояль, принадлежит конкретному человеку, принадлежавший, и он имеет свою историю. Важно, чтобы он... Ну, а тут можно... Тут такого вида, что вроде как ему не хотелось показывать. А я все мечтаю будет сюда выставить на небольшой подиум, чтобы его видели, и, возможно, мы ну, подтянем кого-то, который сможет в итоге... Чтобы мы его могли с именем связанной с Адыной. Да, ну надо обязательно какое-то музыкальное действие для этого. Возможно, тогда проект каких-то там купеческих собраний, да, вот как есть. Традиция, то у купцов тоже были свои как бы, клубы, там здание филармоники, это вообще бывший клуб купеческих собраний. До сих пор используется это музыкально. Вот и тут. Но это будет да, ну это такое небольшое наказание. Идемте дальше. Так, дякую, Роман. Пятый проект. Пятый. У кого? Я, в принципе, все сказал. Просто я хотел бы вот здесь где-то тоже вот уголок найти для самого особняка. А то сам, все особняки делаем, а о самом особняке ничего нет. Вот уголок
Или, ну, хотя бы вот так взять, там, уголок банкирского дома или торгового дома Черникова. Ну, смотрите, вот почему-то всех тянется обязательно какие-то... Второй мужчина, который хочет твой залезть на голову. Тянет обязательно к чему-то, чтобы что-то на стенку появилось. Ты у себя на стенку поставить. Машинку Зингера поставить, например. И тут какие-то повесить там рекламы. Если мы говорим о доме, то есть как музей, как дом, а это очень хорошая светоформа, когда приглашаем в дом. То есть это сразу такой момент камерности. Это сразу тянет какой-то целый цикл. То есть это можно... какие-то чаювания, опять же, делать, используя двое. То смотрите, в доме обычно как попасть? Есть альбом. То есть очень многие вещи можно на самом деле снять, разгрузить стены и сделать лучше альбом, который можно полистать, как в доме, который можно вынести, или действительно как шкатулку, которую иногда выносят, открывают, потом ее можно, то есть как бы не всем показывать. Да? То же самое и здесь, например, с этим можно это все... Все, что мы об этих сюжетах слышали, его можно тоже в альбом полистать, посмотреть. Сорняку сюда же надо завести, показать. На столике можно. Здесь же были торговые площади. И вот о них, конечно, надо рассказать, что же все. Вообще-то, да, логично, он уже как бы две фактически перекликается. И то, что Оля говорила, оно перекликается. Ну, фактически это тоже торговля, только это уже как бы современная, о том, как инкарнирует коммерческая деятельность, просто с продажи товара, она в продажу впечатления или в продажу настроения. Может даже так, там лавка хорошего настроения, тогда это будет объединить. Купите там, настроение. Кормичка доброго настроения, да, там купить. Реставрацию чего-нибудь. Потому что на самом деле сейчас говорят о чем, что суть современной экономики, что в современной экономике человек больше, все больше и больше покупает не столько товар, сколько какой-то или опыт, или какое-то впечатление, или какой-то имидж. На самом деле, да, вот тогда ну, это получается музей, он тоже как бы, да, там, потому что на самом деле музей продает, да, он продает и картину, которая висит, а продает впечатление. Кстати, вот. Тут можно тогда и вот, то, что Настя говорила, рекламу, можно дать больше заказов. Вообще город без рекламы, это тоже какой-то, такой немножко, как, не знаю, Беларусь какая-то, да. Реклама это, в принципе, нормальная часть. Другое дело, что она не должна быть такой крикливой, она должна быть тоже культурно-эстетическая. Возможно, тогда какой-то сделать проект, например, с художниками, которые есть вообще в городе, и попытаться найти рекламы адекватные. Адекватные зданиям историческим, адекватные тем времени, тому времени, в котором эти здания были сооружены, контексту города, в конце концов, каким-то современным настроением, но чтобы это было не как компенсация просто, потому что видно, что людям не хватает ярких впечатлений в жизни, и они пытаются это компенсировать за счет яркого, ну, даже вот по соседству, да, там какие-то, что там, салоны красоты, какие-то там рестораны, просто на очереди есть. Да, вот возможно сделать вот, выставку, посвященную именно рекламе. Рекламе, как эстетическая, да. И тогда мы все, опять же, вот, связывает, потому что очень важно вот, искать смежную, искать, как вовлекать друг друга, вовлекать и вовлекать тех, кто вокруг.